Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, честно говоря, что мой ответ, может быть, покажется несколько противоречивым, возможно, даже провокационным в какой-то степени. Вот. Но я не разделяю мнение коллег. Ну, по крайней мере, одного коллеги, но я думаю, нескольких, что вас это пройдет. Мне кажется, что вы были травмированы этой ситуацией, которая с вами произошла. Ситуация морально сложная, ситуация физически тяжелая, ситуация психологически изматывающая. И ситуация, не позволяющая расслабиться, самое главное, рвущая привычные, ну, привычные представления о мире, о жизни и так далее. И мне кажется, что это, как ни что другое, похоже на травму, психологическую травму. Вот. И, соответственно, работать с этим нужно как с травмой. Вот. В первую очередь, нужно понимать, что вы, вероятно, боитесь остаться одна. Вот. Вы, вероятно, боитесь быть одной. Вероятно, вы опасаетесь не справиться, как мне кажется, не справиться с, ну, какими-то событиями в вашей жизни, с которыми вы можете столкнуться. Вот. Мне так кажется, по крайней мере. И соответственно, я бы вам рекомендовал бы в одну из первых очередей обратить свое внимание на это, на этот момент. Вот. Потому что это довольно важно. Ну, довольно важный момент, как мне кажется. Опять же, да? Вот. Следующее, на что хочется сделать акцент, ну, вам, это на то, что вы склонны брать ответственность. Большую, много ответственности вы склонны брать за, ну, на себя. Вот. За других людей, возможно. Вот. Опять же, возможно, да, потому что я не знаю, как на самом деле, может быть, я не прав. То есть. И последний момент, это расслабление. То есть вот, так сказать, регресс, проживание регресса. Это очень важно. Что-то вроде истерики, плача, что-то вроде агрессии, что-то вроде
Рыбки движения, что-то вроде какого-то спонтанного действия и так далее. Вот это вот очень важный момент. Как мне кажется, важный момент достаточно. Вот. И, соответственно, в эти стороны вам я бы рекомендовал идти. Если вы хотите там условно себе разобраться, если вы хотите там условно ну вот эту вот ситуацию подкорректировать. Вот. Я бы не рекомендовал вам ждать, пока это само пройдет. Я бы не рекомендовал вам ожидать, пока это просто вот возьмет и перестанет вас беспокоить. Я бы не рекомендовал вам в этом направлении рассчитывать, потому что может и не пойти. Вот. К сожалению, может не пройти. Может вас это тревожит достаточно сильно. Но продолжать тревожит достаточно сильно. Если с этим ничего не делать, если вот эту боль, страх, такое вот может быть отчаяние, да, не прожить, не начать проживать. Вы сейчас это, я бы сказал, просто запихнули в клуб себя. Это. Вот. И запихнули не просто так, потому что вам страшно, то это нормально. Но, ну, нормально, что вам страшно. Нормально, что вы, ну, можете бояться и так далее. Вот. Но вопрос, он немножечко другом. Там вопрос он в том, что вы с этим хотите дальше делать. Вот то, что, ну, вы говорите сейчас, вот это, конечно, довольно такая вот тревожная история, потому что вы как бы ждете, что это пройдет. Вот. Ну, пройдет само по себе. Что если не пройдет? Из этого я могу сделать вывод, что вы, вероятно, не очень к себе внимательны. Не очень вы себя замечаете. Не очень вы к себе прислушиваетесь. Очень важно, чтобы вы старались к себе прислушиваться. И сейчас, особенно сейчас, действовали в сторону реализации всего, что хочется вам. Это очень важно так действовать,
потому что вы будете чувствовать некоторые страхи, ну, возможно, вы будете чувствовать некоторую неловкость. Возможно, вы будете ощущать какие-то еще аспекты ситуации. Вот. Но как бы там ни было, принципиально важно, чтобы вы позволяли себе быть такой, какая вы есть. Не зажимали себя. Вот, потому что если вы будете себя зажимать, вот, то вы можете в этом состоянии застрять. Вот, и вот если вы в этом состоянии застрянете, уже вот это вот будет весьма скверно. Поэтому ответьте, пожалуйста, к этой ситуации серьезно. Безусловно, вы молодец в том смысле, что вы поддержали свою семью в трудную минуту, вы помогали своей семье, безусловно, вы молодец. Но теперь важно подумать о себе, теперь важно уделить внимание и время себе, теперь важно, ну, посмотреть и поисследовать свою собственную, ну, реакцию, свое собственное поведение, свои собственные поступки, действия и прочее, вот, чтобы плюс-минус как бы не впасть вот в какое-то такое состояние, да, ну, откровенно такое вот негативное, скажем так. Вот такой ответ я хотел бы вам дать с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, с точки зрения моего опыта, вот, который у меня есть, вот, с точки зрения моих знаний. Не воспринимайте мой ответ как попытку вас напугать. Таких мыслей у меня не было. И последнее, что я хочу, это вас пугать. Вот. Но я просто хотел предупредить вас о том, что ситуация вам, может быть, полегчает, конечно. Вот, я даже, ну, более чем уверен, что вам легче-то будет. Вот. Ну, легче будет. Вот. Но насколько легче будет? Это вопрос довольно серьезный. Мне бы не хотелось просто, чтобы он, этот вопрос, оставался вот в таком подвешенном состоянии. Мне бы хотелось, чтобы, ну, чтобы вы что-то делали с этим. Чтобы, ну, чтобы вы заботились о себе, так скажем. Вот. Понимаете, какая штука.
А это, как вы, наверное, догадываетесь, невозможно, если подумать, что это пройдет, что это само собой как-то вот разрешится. Такая вот история. Еще. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Надеюсь, что он дал пищу определенную пищу для размышлений вам. На подумать. Понятно, что никто вас не торопит сейчас никуда. И понятно, что у вас есть возможность подумать и все решить как можно лучше для себя. Вот. Начать, вероятно, вам захочется с отдыха, ну, знаете, там санаторий, дом отдыха, туристическая база и так далее. Вот это очень неплохо, неплохо, если вам захочет. С этого можно начать, но если такое состояние будет продолжаться, если это не просто усталость, вот то в таком случае вам имеет смысл поработать с психологом. Ну и к врачам обычно тоже имеет смысл обратиться. Может быть, это некое следствие ваших болезней, точнее вашей болезни, вот, которая, может быть, таким образом тоже влияет на, ну, в том числе на вас. Вот, потому что тут могут быть, ну, варианты. Ну, различные варианты могут быть. Вот, самые разные. И не хотелось бы просто, чтобы вы условно занимались лечением того, что вам, ну, к примеру, совсем не нужно, допустим, да. Это было бы очень печально и разочаровывающе. Я буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю всего самого доброго.